Приветствую вас на канале School Culinary. Сегодня готовим овощное пюре. Вкусно ввести в рацион овощное пюре. Его состав может состоять из любимых компонентов. А готовить такое блюдо выгодно и просто. Выгода в том, что не нужно ничего обжаривать. Составляющие нарезаются кусочками и тушатся с небольшим количеством растительного масла до неполного испарения жидкости. Простота в том, что не нужно стараться нарезать овощи мелко, как для салата или рагу. Даже крупные куски в процессе тушения станут мягкими, а пюрирование скроет дефекты, если они будут. В итоге получается эффектный гарнир или самостоятельное блюдо. Нам понадобится 400 грамм капусты, 200 грамм моркови, 3 картофелины, 100 грамм лука, 2 столовые ложки растительного масла и соль, специи по вкусу. Приготовление. Капусту очищаем от верхних листочков, пожухлых и увядших. Разрезаем на четвертинки, ополаскиваем и каждую шинкуем так, как получается. Складываем в утятницу или кастрюлю, наливаем стакан воды и отправляем на сильный огонь. Картофель, лук и морковь очищаем и моем. Овощи нарезаем произвольным способом, так, как удобнее. Выкладываем все в емкость с вареной капустой. Заливаем водой так, чтобы она полностью покрывала содержимое. Накрываем крышкой, доводим до кипения, затем крышку снимаем. Овощи солим и приправляем специями по вкусу. Вливаем растительное масло. Варим без крышки до частичного выкипания жидкости 30 минут. Огонь выключаем, когда на дне останется полстакана воды. Затем отвар сливаем в чашку, овощи пюрируем при помощи блендера. Доливаем отвар по вкусу и предпочтениям. Кому-то хочется, чтобы пюре было погуще, а кто-то предпочитает жидкую консистенцию. Овощное пюре подаем в порционной тарелке или в общем блюде. Яркий цвет кушанью придает морковь, а неповторимый аромат и узнаваемый вкус – любимые овощи. Капуста и картофель в союзе с репчатым луком станут отличным дополнением к мясу или рыбе. Да и в качестве самостоятельной еды такое пюре будет очень вкусно отведать.